Приветствую всех, дорогие друзья, с вами, как всегда, Видеотекарь. Мы продолжаем записывать онлайн-игрушечки. В очередной раз у нас техасская резня. Играем за Джонни на новой карте. Ну, как новая, она уже, конечно, не новая, но на четвертой, скажем так, карте. На отвратительной карте, которая вообще лично мне не понравилась. С точки зрения картографии, может быть, она и прикольная, но с точки зрения удобства непосредственно игроков, ну, такое. Да, это стандартная тема. Вот именно поэтому техаску я и решил позаписать. Она просто как, правильнее выразиться, наполнитель. Контент-наполнитель. За 5 минут просто заведут, убегут и все. Сейчас откроет идиот, да? Я видел шоколадного. Проследуем шоколадного. Ну-ка, давай, баночка. Нутеллочки. Хорош. Да, обязательно пиздюлей получить от него. Бля, Ханжу нехорош, конечно. Да как так-то? Она мать. Сейчас от этого еще по морде получу. Давай. Очень плохо, что в таком жанре, где игрокам надо именно выживать. Разработчики все перевели в то, чтобы маньяки их развлекали. Во, красотка. Не понял? А, это другой тип. Это немного странно, ну да ладно. Типа она такая незаметная. Нобик. Законченный Нобик. А, я стильный, мускулистый мужчина. Давайте посмотрим в этих кустах. А почему не говоришь-то? Ало. Проходи.
он здесь. Плейтайм, поросеночек. Ну-ка, застилим фраг. Нет. Фигу. Покорим старого. Поначалу, конечно, когда все боялись, все там пытались стелсить и так далее, стеснялись. Тактика через старого была актуальна. Сейчас же это более чем неправда. Все тупо рашат, уже страх растеряли. Нету здесь никого. И остается, что старого кормить, а что еще? О, убежала. Откуда? Через драйвей. Ну, как говорится, и бог с тобой. Для чего бы вас был в этой катке, неизвестно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекарь. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!